Во Франции женщина облила кислотой посетителей кафе. В результате происшествия пострадали 6 человек. Виновницу инцидента задержала полиция. В Марселе бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей кафе, 6 из которых пострадали. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщил телеканал France 3. Отмечается, что инцидент произошел в субботу около 18:00-19:00 по киевскому времени. Женщина подошла к кафе с бутылкой соляной кислоты и кинула ее в расположившихся на веранде посетителей. 6 человек получили легкие травмы и были госпитализированы в качестве меры предосторожности. Женщину задержала полиция. Мотивы ее поступка пока не установлены. Сообщается, что бездомную знали в этом районе. У нее возможны проблемы с психикой. В Одесской области гражданину Италии плеснули кислотой в лицо. Напомним, 4 ноября скончалась в больнице активистка Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой в Херсоне. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.